Программа «Де-факто» продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». О событиях в мире криминала расскажут наши корреспонденты и я, Руслан Габрилев. Здравствуйте. Вот главная тема выпуска. На выходных потеплеет, станет жарче и на дорогах. В ГАИ предупреждают о неблагоприятной обстановке. Мониторинг столовых. Правоохранители и работники образования проводят рейды по объектам школьного общепита. Удар ножом в ответ на замечание. В Речице задержан юноша, который вступил в конфликт с прохожим. А также от маленькой неосторожности до большой трагедии. В регионе за неделю на пожарах погибло 4 человека. Предстоящие выходные в Беларуси будут теплее и дождливее. Такой прогноз дают метеорологи. Температура воздуха в дневное время максимально прогреется до 5 градусов со знаком «плюс». В связи с этим ГАИ водителям рекомендуют быть внимательными и осторожными на дорогах. В ночное время при условии осадков и мокрого асфальта сложнее будет увидеть пешеходов. Они, как считают работники ДПС, в особой группе риска. Наезд, произошедший в минувший понедельник, яркое тому подтверждение. В Гомеле на улице 8-я Иногородняя водитель легкового автомобиля сбил перебегавшего дорогу мужчину 84-го года рождения. ДТП произошло вне зоны действия пешеходного перехода. Пострадавший был госпитализирован. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов хотелось бы особое внимание отметить на то, что при подходе к пешеходному переходу стоит вынуть из ушей наушники, если таковые имеются, а также посмотреть обязательно по сторонам, дабы избежать наезда автомобиля на пешехода. Также хотелось бы отметить, что переходить дорогу нужно исключительно только по пешеходным переходам, а также по подземным и наземным пешеходным переходам. Конечно же, в темное время суток обязательно для пешеходов это ношение световозвращающих элементов, чтобы водитель мог вовремя вас заметить, а также остановить свое транспортное средство при подъезде к пешеходному переходу. Езда без прав – опасное занятие. Это доказал водитель автомобиля Volkswagen Golf, когда двигался по улице Барыкина областного центра. При повороте на объездную дорогу мужчина не вписался в поворот, выехал на полосу встречного движения и врезался там в маломестный автобус. В результате лобового столкновения обе машины получили повреждения. Водитель легковушки был доставлен в больницу. Как выяснилось, он не имел права управления транспортным средством. Его биологическое состояние определит экспертиза. А в Рогачеве произошло столкновение сразу трех автомобилей. На перекрестке улиц Калинина и Лермонтова не смогли разъехаться микроавтобус и две легковушки. Одна из машин даже перевернулась. В результате ДТП серьезно пострадали не только автомобили, но и люди. Один из водителей транспортного средства доставлен в Рогачевскую центральную районную больницу. В Гомельской области продолжатся рейдовые мероприятия, связанные с проверкой деятельности школьных предприятий общественного питания. Правоохранители начали проводить такие мероприятия с целью выявления фактов воровства в столовых, в которых питаются дети. Предыдущие рейды помогли выявить нечистых на руку работников в трех школьных точках общепита, расположенных в Гомеле, Светлогорском и Калинковичском районах. А в Хойникском повара одной из местных столовых поймали за воровством дважды. Женщина попыталась вынести продукты из кухни до начала смены и после окончания. В первый раз она перемещала провизию в двух полиэтиленовых пакетах, во второй попыталась вывести продукты на легковом автомобиле знакомого. Сотрудниками органов внутренних дел в тесном взаимодействии с управлением образования, спорта и туризма Гомельского облсполкома активизирована работа по выявлению фактов хищения продуктов питания из школьных столовых. Только с декабря текущего года зафиксировано 14 фактов. Большинство случаев правонарушители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин. В салоне машины нашли крупы, макароны, кофейный напиток, лимоны и мармелад. Продукты были загружены в авто по указанию и при личном участии повара. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и провела разбирательство по данному факту. Что касается ситуации в городе Хойники, то в отношении повара местной столовой, которая наделена функциями материально ответственного лица, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Женщина вернула товар и полностью возместила ущерб. Но вместе с тем ей нужно будет отвечать перед законом. Высказанное замечание стало причиной конфликта, который закончился поножовщиной в городе Речица. 34-летний фельдшер получил два ранения от прохожего, который бурно отреагировал на просьбу не справлять нужду возле припаркованного во дворе автомобиля.
Сразу после замечания мужчина не стал сдерживать эмоций. Его реакция была довольно агрессивной. Между собеседниками завязалась потасовка. Фельдшер решил не оставлять дело безнаказанным и попросил помочь председателя коллектива индивидуальных застройщиков посмотреть записи камеры видеонаблюдения жилого дома, возле которого и случился конфликт. Мужчина вместе с председателем кооператива, женщиной, вышли на улицу. Конфликт продолжился. Молодой парень подошел к мужчине и нанес ему 2 удара ножом. После этого к конфликту присоединились еще 2 парней, как потом оказалось, родных братьев подозреваемого. Один из свидетелей видел, куда убежал зачинщик драки. Милиции удалось задержать его по горячим следам. Впоследствии был найден и нож, который 18-летний беглец выбросил, когда покидал место преступления. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. Юноша повредил ему печень. 3 брата были задержаны и водворены в изолятор временного содержания. В отношении зачинщика конфликта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. В отношении его братьев возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 339 «Хулиганство, совершенное группой лиц». Понтонный мост, возведенный на реке Припять в минувший вторник, был закрыт на несколько часов. Неработающая переправа на короткий срок вызвала волнение среди жителей Турова и близлежащих деревень. Ведь многие из людей вынуждены ездить в райцентр каждый день. Нужда заставляет, проблема с ногой, нужно срочно в больницу. Будем надеяться, что это все в конце концов скоро закончится, правда? В республиканском унитарном предприятии «Гомель-Автодор» подтвердили, 12 декабря движение через новую переправу действительно было на несколько часов закрыто. Причина – меняли понтонные звенья. Оказывается, в воскресенье, когда военными возводился плавучий мост, несколько недостающих понтонов предоставила МЧС, чтобы оперативно решить задачу по обеспечению переправы через Припять и возобновлению движения к отрезанным от большой земли населенным пунктам. Во вторник понтонные звенья поменяли на принадлежащие Министерству обороны. Вечером того же дня движение через временную переправу было полностью восстановлено. Мост способен выдержать нагрузку в 60 тонн. Движение будет организовано реверсивное, в одном направлении только. Вот. Ну, возможности вы видели, что испытали его с помощью звена, который расположен на кразе, общей массой 20 тонн. Мост выдержал, готов к переправе на другую сторону. Напомним, решение о размещении на реке Припять в Житковичах понтонной переправы было принято в связи с тем, что в автомобильном мосту появились трещины, в результате чего он провис на несколько десятков сантиметров. Это случилось 7 декабря. Первоначально мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. По оценкам специалистов, примерно на год. Причиной разрушения моста над Припятью могли стать его конструкционные недостатки. В Гомеле на этой неделе в одном из дворов на улице Свиридова горел легковой автомобиль. Предположительно, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования машины. В 9:21 в Центр оперативного управления городского отдела ПЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля в Гомеле по улице Свиридова. Из-под капота, припаркованного у подъезда Peugeot 307, шел густой дым. По прибытию спасателей к месту вызова горел моторный отсек легкового автомобиля Peugeot. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. На следующее утро хозяин забрал свой автомобиль для ремонта. В машине сильно повреждена электропроводка, но все же малолитражка подлежит восстановлению. Аварийный режим работы в электрической цепи автомобиля является наиболее распространенной причиной возникновения пожаров. Практически все электрические цепи современных автомобилей, за исключением цепи стартера, защищены предохранителями, и при правильном выборе которых возникновение возгорания в автомобилях маловероятно. Одной из причин возникновения пожара в автотранспорте, в частности, связанной с электрическим оборудованием, может являться неправильно выбранные предохранители большей мощности, либо дополнительно подключенное электрическое оборудование, не предусмотренное заводом-изготовителем. Если бы звонок поступил спасателям несколькими минутами позже, авто можно было бы отправлять под пресс. Прошедшая неделя не обошлась без пожаров с куда более трагическими последствиями. В чрезвычайных ситуациях погибли жители из Будокошелевского, Петриковского и Реческого районов, сообщили в областном управлении МЧС.
9 декабря в 8:23 спасатели Будокошелевского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома в поселке Лебедев. По прибытии подразделения МЧС к месту вызова кирпичный жилой дом был полностью охвачен огнем. В ходе тушения пожара при разборке обрушившихся строительных конструкций в веранде на полу был обнаружен труп хозяйки дома, пенсионерки 25-го года рождения, которая проживала одна. В результате пожара практически весь дом сгорел. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – нарушение правил эксплуатации печного отопления. В этот же день спасатели Речицкого районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре в квартире по улице Привокзальная в райцентре. Пламя бушевало внутри деревянного одноэтажного многоквартирного дома, из окна которого шел дым. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу двухкомнатной квартиры были обнаружены в бессознательном состоянии супруги. Они были переданы бригаде скорой медицинской помощи, однако те констатировали смерть обоих. В результате пожара повреждено 5 квадратных метров потолочного перекрытия, стены и имущество в коридоре одной из квартир. Мебель в остальных квартирах не повреждена, они пригодны для проживания. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. 11 декабря спасатели Петриковского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома на улице Центральная в деревне Ванюжичи. По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС в кирпичном жилом доме наблюдалось сильное задымление. О пожаре сообщил очевидец, который возвращался с работы домой и увидел, что из окна кирпичного дома идет дым. Мужчина попытался проникнуть в дом, однако из-за сильного задымления сделать этого не смог. По прибытию спасателей к месту вызова в ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы на полу в комнате был обнаружен труп мужчины 1956 года рождения, пенсионера, который проживал один. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями, причина пожара устанавливается. Это были правовые новости уходящей недели глазами наших корреспондентов. Смотрите «Де-факто» по четвергам на Беларусь-4. До встречи!